На льду появляется Дарья Усачева, ученица группы Этери Тутберидзе. Приветствуем всех любителей фигурного катания. Ну что ж, это самый таинственный, я бы так сказал. Да, самый таинственный, конечно. Вид фигурного катания женский. Отрада то, что наши девчонки лучше всех. И вот всю эту красоту мы сейчас с вами будем наблюдать. И вот, собственно, возвращаемся к тому слову, которое, возможно, показалось немножко неуместным, когда я сказал, что начинается таинственный вид спорта, одиночное женское катание наше, российское. Это, собственно, тайна в том, что всего три путевки на Олимпийские игры, которые стартуют совсем скоро, в 2022 году. Они пройдут в Китае. Три путевки, а вариантов огромное множество. И практически каждая из тех, кто сегодня будет выступать здесь и показывать свои наработки, каждая имеет шанс завоевать эту путевку.